я уже совсем была собралась уходить, но увидела очень интересную коллекцию черепашек. Почему вы решили именно черепашек собирать? У меня жили живые черепашки, но они так разросли, стали такие большими, что мне пришлось их отдать. И вот любовь к черепашкам. У меня они были... Как здорово! И вот тут... Красноухие. Они сейчас в Красной книге. Ну, надо же. И здесь? Да, здесь черепашки. Еще где-то есть черепашки? Еще есть черепашки. Вот у меня черепашки есть. Вот черепашки. Это пепельница в виде черепашки, да? Да. Угу. Эти-ка. И вон черепашки. Где? Здесь цветы. Вот это мне где дети бывают, там вот дитя, а это из ракушек сделано? А кто это сделал? А это сделала Ритуля, моя приятельница. Это же надо. Вот это из ракушек черепашка. А это такая черепашечка. Угу. Деревянная. Смотрите, какая красота. Какая интересная. Откуда такая? А почитайте. Родос? Ну, конечно. Надо же. Так. То есть у вас черепашки везде? Да, да. Черепашки это... А мне внук вот нарисовал к 75-летию тоже черепашку. Там, ну, которому 7 лет нарисовал.